заключается, я надеюсь, не слишком шумно. Ну, вообще здесь очень просто шумно, дорогие друзья. Вот он, менеджер Нави. Привет. Менеджер, привет, здравствуй. Привет. Как дела? Хорошо. Как оцениваешь шансы команды? Только победа. Только победа? Ты смотрел за игрой HellRaisers сейчас? Как тебе команда HellRaisers? Ну, видно, с утра они не проснулись. Что-то видно, ранний матч, мало времени на разыгровку. То есть, в принципе, ассеры должны сильнее играть. Должны, однозначно. Вот, не должны они допускать такие ошибки, там, отдавать карту просто без боя первую. Вот, но потом они собрались, видно, показали. Ну и ребята начали, молодцы. Понял, спасибо. Гвардиан у нас настраивается. What are you doing, Guardian? Config. Okay. Guardian качает конфиг, дорогие друзья, с сайта ESL. Собственно, там у него, видимо, хранятся его настройки. Конфиг Counter-Strike — это ничего особенного, это всего лишь там пинты, уже предустановленные sensitivity. В общем, все, что можно настроить вручную. За 15 там, минут Guardian решил не тратить этого времени, а сразу же начать разыгрываться. Старик получает пароль от Стима. Ну, вроде Na'Vi готовы нормально. Данька Зевс прописал у нас старые консольные команды из Counter-Strike 1.6, которые связаны с отключением акселерации, которые не работают в CSGO, но он до сих пор верит в эти команды. Она ел. Первое время у меня эти команды тоже работали, якобы. Ну, а Эдвард решил посмотреть сериальчик «Кухня». На самом деле это реклама какая-то на Ютубе просто. Эдвард слушает музыку. На горе стоял Шамиль. На горе, на горе. На горе стоял Шамиль. Погнали! Еще раз извиняюсь, возможно, за проблемы со звуком. Очень шумно. Невероятное количество народу. Музыка. Dolby Surround постоянный просто. Видите, прыгают люди просто. Прыгают, бегают.